Что ты стоишь, как изваяние? Я пришла, начинай. Мечты. Только солнце скроется за холмом, я сяду у окна. Так что не теряй времени. Что же ты медлишь? Я вас не узнаю. Вы какая-то другая. Какая? Там, на стадионе, вы были самой великодушной. А сейчас, сейчас вы самая, самая... Ну, что ж ты не договариваешь? Я не поэт. Я художник. Я привык выражать то, что я чувствую не словами, а мыслью, кистью. Тогда рисуй. И скажи, наконец, какую мне принять позу. Что взять в руки? Не знаю. Тогда рисуй меня с луком. Как на пивных кружках. Ну и что? Это символ моей верности. Долго я так буду стоять. Бери кисть. Да что с тобой? Дайте мне вашу руку. Хочу. Я отведу вас к окну. Пусть луч заходящего солнца осветит ваши глаза. Осветили? Ну и что? Теперь смотрите вдаль, как будто бы вы ожидаете корабль. Да. Отпусти же ты, наконец, мою руку! Я отпустил. Выходит, это я держу твою. Да какая-то сила удерживает их. Да как ты посмел? Как ты посмел? Я позову стражу тебя и тебя бросят в тюрьму, где... Где до конца своих дней ты не унесешь солнечного света! Я унесу в темницу свет твоих глаз. Я люблю тебя, Пенелопа. Когда? Когда ты успел полюбить меня? Я любил тебя всегда. Всю жизнь. Но вчера, когда я плыл в море, за горизонт упала звезда. И я понял, это должно случиться.
сушёт.